Стоит отметить, что на третий тур команды приехали не в оптимальном составе, в том числе и мы, но нам удалось в тренировочном процессе чуть лучше внедрить девчонок в игру, которые не принимали участие в первом и во втором туре. В принципе, за счет этого и выиграли, за счет командной слаженной работы, которую удалось натренировать на тренировках. Ожидание максимально показать свою игру, на которую мы способны отдать все, что у нас есть, показать все, что мы наработали, порадовать друг друга, болельщиков и желательно закончить с максимальным результатом. С одной стороны, порадовало, с другой стороны, жаль, что «Черноморочка» усилилась с ставропольскими игроками, которые покинули клуб «Ставрополь». Вроде как с карты гонбольный клуб пропал, но хорошо, что девочки нашли команду в виде «Черноморочки», и поэтому новый достойный конкурент на поприще пляжного гонбола. Пляжка – это само по себе вдохновение, и здесь даже если ты будешь без сил, у тебя чисто на энтузиазме, то, что тебе хочется играть, это песок, это какая-то отдушина после паркета. То есть здесь они сами откуда-то берутся. Наверное, настрой самый серьезный, потому что к этому мы стремились не так долго, можно сказать, это второй год, но, конечно, хочется золота. Мы все больны на это. Золото – это лучшее. Каждую команду. Гандбол – это пляжный, особенно непредсказуемый, каждый – это сильный соперник. Ну, это, во-первых, пляжный вид спорта, и солнышко – это неотъемлемая часть, дождик – это очень много проблем, скользкий мячик, и все равно и траектория мяча идет другая. Лучше под солнышко, пускай это будет жарко, ослепит, но это все равно приятней. Несмотря на погоду, ярких эмоций, и красно-синий самый сильный.